С вами Эскул, и пока мы припарковались, я хочу рассказать немного о наших планах. Мы возобновляем вещание канала Дневник Рыбака в новом формате. Будет больше Skate Live Stories, видеоприглашения на мероприятия, классический скейтбординг, конечно же, видео с мероприятий и еще много разного контента. В наши руки попадает шестая GoPro, так что все будет на новом уровне. 2018 год, сезон скейтбординга в России будет жаркий. Йоу, всем респект.